Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка, естественно, конкурс на 100 рублей. Условия расскажу, ну, где-нибудь в самом видео. Так, ну а не затягивая процедуру, не тратя ни мое, ни ваше время, мы начинаем распаковывать. Так, и первая посылочка. У нас здесь находятся вот такие переходнички. Так, по-моему, они называются OTG. А нет, не OTG, это идет USB, micro USB на Type-C. Для чего нужен этот переходник? Ну, допустим, у вас есть куча гаджетов с зарядными устройствами micro USB и появилось новое устройство на Type-C. Вы вставили зарядный кабель сюда и можете заряжать смело свое устройство. Так, вторая посылочка. Здесь у нас находятся USB звуковые карты с регулировкой громкости. Что о них рассказывать, я не знаю. У меня очень часто этот товар появляется в распаковках. Были даже отдельные обзоры на них. Поэтому, если вам интересно, пишите мне в комментариях. Я найду этот товар в конкретное видео. И можете посмотреть, что из себя это представляет. Так, а мы открываем следующую посылочку. И здесь у нас тоже какие-то непонятные штуковины. Наверное, даже не тоже, а просто какие-то непонятные. Так, очень забавная вещь. Здесь у нас micro USB, здесь USB. Но не просто USB, а с возможностью подключать также micro SD-шки. Вы вставляете эту вещицу в ваш телефон, смартфон, и можете считывать информацию. Но для этого надо ставить отдельную программку. Так, следующая на очереди посылочка. Все такие посылочки мелкие и, ну, я бы сказал, даже слегка однотипные. Но здесь нас встречает что-то другое. Это набор каких-то лейкопластырей. Насколько я помню, это для удаления какого-то кожного нароста наподобие бородавки. Эту штуковину меня просили заказать. Как ее протестировать и показать вам, я не знаю. По прошествии времени я могу спросить у человека, помогла ли эта штуковина или нет. Если кому-то интересно, пишите мне в группе контакта или личным сообщением. Ссылку найдете в шапке страницы. Я вам потом обязательно отвечу. Ну, естественно, это не в течение дня, недели. Это должно пройти какой-то определенный промежуток времени, чтобы узнать, помогает это или нет. А мы открываем следующую посылку. И здесь у нас пока много пупырки. Сейчас мы от нее избавимся. Виднеется какой-то желтый грибок. Колонок вроде никаких не заказывал, USB-шных уже. Да, продавец заморочился. Так, а здесь у нас вот такой вот фонарик. USB и micro USB. Также вот на халяву получается мне переходничок перепал. Ну, давайте попробуем торкнуть эту штуковину в телефон. Не отходя от кассы, так сказать. Вот такая вот веселая штуковина. Ну, я так понимаю, она, естественно, будет работать и от какого-нибудь зарядника для телефона. В USB-шку вторкнуть, просто micro USB-шку вторкнуть, сам шнур. Можно в пауэрбанк всунуть. Вот так эта вся штука работает, переливается. Знаете, реально прикольно. И если прикупить таких много, ну вот, эта маленькая штуковина, ну, приблизительно метра, наверное, квадратов 5, наверное, охватывает. Вот я ей на потолок свечу. Да, где-то около 5 квадратов. Соответственно, если прикупить штук 5 таких, 4, представьте, это можно реально сделать, ну, такую праздничную атмосферу, полудискотека. Весело, задорно. Включаем наши софты, отключаем эту штуку. Забавная вещь. Ну, конечно, я ее заказывал для Нового года, но, как всегда, в Беларусь посылки едут медленно.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе на 100 российских рублей, достаточно написать абсолютно любой комментарий под этим видео. Обязательно поставить лайк, потому что я это все проверяю. Быть подписчиком моего канала. И результаты узнаете приблизительно через 10 дней после выхода видео. На моем втором канале, либо паблике ВК. Так, а стельки-то у нас оказываются не простые, а с проводом. Для чего провод? Да, для подогрева. Здесь имеется вот такое соединение. Ну, как блок питания, как будто какой-то. Не знаю, как оно правильно называется. Скорее всего, очень длинный шнур. Сейчас мы это дело проверим. Так, метр. Ну, в районе 1,5 метра вот этот сам шнур. И стельки, ну, вроде бы как универсальные, по-моему. Ну, для моей ноги, наверное, все-таки немного маловаты. Но можно, я думаю, все равно использовать. Так, что меня интересует, это разделен ли этот провод. Ну, не разделен, но возможность разделить есть. Так, для чего я их заказывал? Для тех, кто работает в холодных помещениях, неотапливаемых, всегда мерзнут ноги. Приобретайте вот такую штуковину, вставляете ее в вашу обувь, пропускаете сам этот провод через штанину где-то, выводите сам проводок в карман, закидываете в карман пауэрбанк, и у вас ноги должны быть в тепле. Почему должны? Да потому что мы сейчас это все дело будем тестить и проверять. Так, имеется у нас пауэрбанк. Имеется у нас вот такой градусник. Давайте посмотрим температуру самих стелек. Так, это у нас боди, надо переключить на объект. 24 градуса показывает наша стелька. Ну, в принципе, это комнатная температура, поэтому ничего удивительного. 24,3. Вставляем куда-нибудь в наш пауэр и смотрим. Так, прошло в районе 7 минут после того, как я подключил USB-шные стельки к нашему пауэрбанку. Давайте посмотрим, сколько выдают они сейчас температуры. Так, меряем наш стол, получаем 24,9 градуса. Ну, стандартная комнатная температура. Наводим градусник на стельку. 34,2. То есть результат, в принципе, налицо. Стельки работают. Сделаны они, конечно, не очень аккуратно. Прошито все ужасно, на отвали. Сейчас я замеряю, насколько хватает моего пауэрбанка в 4000 ампер-часов. И вам об этом сообщу. Вот такая кучка полезных гаджетов была у нас сегодня на распаковке. Все ссылки на товары вы найдете внизу под видео. Пока-пока!